Подождите! Это не моя остановка! Я заказывала такси в Париж! Я буду на обочине журнала «Луи Виттон»! Дурдом! Виттон, дурдом! Какой же сложный этот французский язык! Хорошо, что я ела лягушачьи лапки. Теперь Париж внутри меня. Ну или пока внутри. Ты кто такая? Я звезда этого модного дома. И новогодняя обложка моя. Снежинка. Личинка? Нет, снежинка. Свининка? Конечно, снежинка. Скотинка? Слушай ты, дубинка, иди проверь свою начинку. Кажись, там тухлинка, а я... Снежинка. Кринжинка тебе больше подходит. Я снежинка, снежинка. Так почему у тебя лицо как тухлая апельсинка? Потому что я умею летать! Почти умею. Круто! А я умею петь! Мандаринка! И подарочек для любимого Игнистова! На закрушек, зимушка пушистая! Заберу тебя с собой в Новый год! Мандаринка! Момент! Больше не петь. Что? Я пою идеально. We love you, love you. А ты? Ты парень. Так что? Значит, я не снежинка. А кто я? Значит, я снеговик. Тупая куча снега с морковью вместо носа. Просто куча. Раз уж мы все выяснили, ты можешь как-то растаять отсюда. У меня скоро тут съемка. Видишь, я уже в образе. Ну, точно. Ты же Снегурочка. Сам ты дурочка. Я модель. У тебя же есть этот старик. Попроси его сделать меня снова Снежинкой. Да что вы пристали с этим стариком? Я же уже говорила. Ему с сердцем плохо стало, а я просто искусственное дыхание делала. А я думал, Дед Мороз твой дедушка. А, ты про другого старика. Да, заяц, выходи, подлый трус. Ой.
девочка. Я не девочка, я зайка. Ты не зайка. А вот и да. А вот и нет. У меня уши есть. У меня тоже уши есть. Я тоже зайка. Нет, ты снеговик. Зайки милые и делают вот так. А это тогда кто? Кролик? Это крольчатина. Ну я же твой любимый папочка, ты не забыла? Мой любимый папочка не стал бы соперничать с дочкой в конкурсе костюмов. А у нас конкурс костюмов? Да, тогда зачем на тебе костюм мужика в платье? Я снежинка. А я кролик из Алисы в стране чудес. А меня Алиса зовут! И я так люблю кроликов! Они такие милые! Я так и знала, мой любимый папочка, что у вас тут все проплачено. Я ее первый раз вижу. И в последний. Вообще-то джин. А почему ты не в новогоднем костюме? Я в нем. Ну ты так всегда выглядишь. Я могу в любой момент измениться. Я же джин. Волшебство! Волшебство! Я синий из радужных друзей. Так нечестно. Нельзя использовать волшебство. Она не может победить в конкурсе. Ну уж точно не твой костюм победит. Кто ты? Мужик в платье. Я снеговик. Ну и где твоя морковка? Снегурочка не дурочка, она все видит. Правда? Лучше б я слепла. Я не Снегурочка. То есть не дурочка. Я запуталась. Снегурочка, дурочка. Нет. Ходит вот так вот. Позирует. Цапля. Я цапля. Значит, вы Снегурочка и будете решать, кто победил? Тогда я джин и исполню любое ваше желание. Это было бы круто. Всем стоять и никому не загадывать желания. Я скоро вернусь. Это волшебная лампа. Такие правила. Чтобы исполнилось желание, нужно потереть волшебную лампу. По запаху туда уже не один исполнил свои желания. Я золотая рыбка. Исполню три твоих желания. Значит, так? А я буду вашим личным джином. Буль-буль-буль. Ну, я лучше выберу личного джина, чем мужика в юбке. Да, вот тебе и буль. Съела рыбешка. Ну
Новый год близко. Дед Мороз обо всем узнает. Вот это подходящее место. Тут никто не услышит твоих криков. Криков радости. Ну, это как пойдет. Загадывай. Хочу быть популярной. Секунду. Джин, а ты где? Твое желание исполнено. Ну, на тебе, да. Ты не понимаешь, как кто-то из нас выиграет конкурс новогодних костюмов, если у нас один костюм на двоих. А мне пофиг, это мой рабочий халат. Но сначала его покинет эта любительница кроликов. Я модель! А мне пофиг. Зря, что ли, халат рабочий надела. Мне кажется, у тебя какой-то негативный настрой ко мне. Ни капельки. А зачем тебе веревка? Хочу сделать тебе подарок. Это так мило! Он будет, кстати, последний в твоей жизни. Извините, что отвлекаю, но я сломал чей-то паяльник. Ничего? Это был мой паяльник. Ну ничего, я просто теперь сломаю тебя. Как тебе мой костюм? А ты кто? Золотая рыбка.
Вообще-то я первая стала золотой рыбкой. Золотая рыбка, исполни мое желание. Хочу суши. Наконец. Ты кто у нас будешь? Наполеон? Клеопатра? Я Алиса! И кроликов я не люблю! Что-то я тебя не припомню. Давно у нас лечишься? Я пока вообще не лечусь! Не могу найти записи о тебе. Динозавр относится к Новому году. Он тот, кто может все доесть с праздничного стола. Так, лучше найди другой костюм по тематике праздника. Ого, ужин будет знатный. Мне показалось, будто динозавры ожили. Не показалось. Я в домике. Дай угадаю. Это селедка под шубой? Ага. Попробуй еще раз. Нет, папочка, да ты просто главное блюдо праздничного стола! Не надо! Вообще ничего не надо! Я не модель! Я лисичка! Нет! Я королева! Нет! Я все! Нет! Я модель! Нет! Шляпа! Нет! Я все!
Это чё? Я Дед Мороз, внученька. Вот упал со своих саней с волшебными оленями. Ясненько. Еще один пациент. Вы меня вылечите, а то мне подарки еще раздавать. Вылечим, дед, вылечим. Илья, вылечься! Нет, ты безнадежный случай. Ведь я особенная! Слышал, дед, я особенная! Ну ладно, чуть-чуть улыбайся. Давай. А вот... Ну я же твой любимый. Что такое? Выскочил еще. Прыщик.